как ни играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Торт для принцессы. Во что сегодня поиграем, Котя? Не знаю. Давай заглянем в коробку. Смотри, Котя, фартуки. И поварские колпаки. Станем пекарями. Да, испечем принцессе Белочке именинный торт. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя отправились на королевскую кухню. Им захотелось испечь для принцессы Белочки такой именинный торт, какого она еще не пробовала. Итак, начнем. А где королевская книга рецептов? Спасибо, утята. Идем, Катя, выберем самый-самый вкусный торт. Банановый кораблик? Не, скучно. Верх тормашки из смородины? Не, кисло. А может этот? Лимонная утка. Ой, простите. Нашел! Чудесный торт с орехами. Принцессе понравится. А что нужно делать? В книге написано: сначала нужно подготовить продукты. Это было просто. Приступим. Насыпьте в миску 3 чашки муки. Сейчас. 1, 2, 3. Порядок. Дальше. Добавьте 1 чашку молока. Ням-ням. Вкуснятина. Я тоже его люблю. А теперь 2 чашки сахара. И 2 ложечки соли. Так, 2 чашки соли. Нет, я же сказал 2 чайные ложки. Ты пересолила тесто. Ой, а давай добавим побольше сахара. Порядок. Дальше 2 чашки орехов. Орехов? Фу, давай заменим рыбкой. Здорово. Так, утята, выпекать 10 минут. Котятам не терпелось побыстрее увидеть, что же у них получилось. Ура! Готово! Спорим, принцесса никогда не видела такого торта, как наш. Но торт вышел совсем не таким, как они ожидали. Это не торт, это кирпич. Но, может, он вкусный? Фу! О нет, мы испортили принцессе день рождения! И тут появился таинственный незнакомец. Что стряслось, котятки? Мы хотели приготовить торт для принцессы, а получилась кучка-вонючка. Да, но я что-то не вижу в рецепте рыбы. А это наша идея. Ваша идея? Но вы же хотели испечь торт по рецепту, разве там есть рыба? Нам было так весело делать все по-своему. По-своему? Ну и как получилось? Не получилось. Мы испортили торт. Заодно и праздник принцессе. Я понял, Катя! Делать торт по рецепту, конечно, не очень весело, но зато... Зато сколько радости потом, когда все получается, как на картинке. А вот это похоже на рецепт успеха. Спасибо, мама! Эй! Как вы догадались? Давай, Катя, попробуем снова. Да, но на этот раз делаем все по рецепту. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились на королевскую кухню. Но в этот раз... 1 чашка молока. И не больше. Котята все делали правильно. 2 чайных ложки соли. А когда торт был готов... Вкуснотища! Теперь свечки. 1, 2, 3, 4. Ее высочество принцесса. Это мой торт? Он самый. Вам нравится, ваше высочество? Нравится? Очень! Это самый лучший торт для моего праздника. Я приглашаю вас. Правда? Мы придем! Так котята подружились с принцессой Белочкой.